А теперь можно приступить. Это первая часть будет. Первая часть будет чисто посвящена вся NextRP, ребята. Будет минут 20, наверное, длится. Вторая часть видео тоже примерно минут 20 будет длиться. Будет посвящена коробке, ребята. Нашей любимой, когда-то была любимая эта коробка. Вот я это выходим мы на улицу. Появляемся в каком-то красивом городе. Ну, повторяю еще раз, это карта RPBox'а. Вот эта игра называется NextRP. Здесь не слышно хорошо. Если что, пересниму еще раз. Так, эвакуировать. И как отсюда выйти теперь? Разблокировать. Ну. Так, а как мы теперь сделаем все? Так, здесь никаких кнопок нету. Да. Подожди, сейчас мы к дому пройдем. Да. Да выйдет из этой тачки-то. Вот, блин, неудобно. А вот, ну, да. Да, вот это, конечно, хреново, что здесь ни крестика нет, так. Жмякать лайки. Ну, это будет, как вы просили, сравнительный ролик, что NextRP. О, наконец-то все, прошел баг, надо перейти в игру. Так, прям, одну шепоку помню, на машину снял. Сейчас мы ее починим. Я уже все равно недолго остался ходить. Блин, давайте-ка мы не на этой тачке пойдем. Ну я потом так похрен. Ну что вы если пойдем? На четверке. Да. Ну что, все закрыто. Да он сюда бесцельный, чувак. Съездим тогда, ладно, есть будет на четверке пока. Потом его починим, а если не бежать, конечно, но ничего страшного, ряд. Так, во-первых, начнем с того, что у нас изменились вот эти работы. У нас появились гамбургеры, ну, то есть можем уже кушать здесь, ребята. То есть можно уже какие-то, знаете, РПшки классно отыграть, типа пошли там в столовку, перекусим, блин. Ребята, вот смотрите, у меня 4. Вот давайте я прямо ее поставлю там, где она у меня стоит. Вот работа автобусов, ребята. Смотрим на автобусы. Запоминаем, как они в NextRP выглядят. Смотрим, как газельки у нас в NextRP выглядят. Видим всех номера. Дальше идем, да, смотрите. Открываем капот. То есть здесь немножко уже другая. Видите, у нас капот открылся. Закрываем его снова. Только он что-то не дозахлопнулся, но он. Фиксим. Баг какой-то, смотрите, здесь. Я запомню, что за баг был, где он был. Поехали дальше. То есть сейчас не уволится оттуда, конечно, скоро я что-то показать, как здесь еще там пора. Здесь, ребята, дома продаются еще вот. Или пока так дома, причем, кстати, уже с гаражами, ребята. Я считаю, что вот если проекты будут вот так вот делать, друг у друга брать какие-то идеи, с разрешением, конечно, друг у друга, да, брать, то проекты будут очень крутые. Так, ну что, ладно, это пока пауза. Сейчас
сейчас езжу, когда поехать сейчас. Что вам показать еще? Вот салон Лада. Ну просто, ребята, вот, наслаждайтесь. Я просто пока не придумал, куда съезжу. Там все может быть первый дубль будет, потом еще пересниму, я посмотрю, как он выглядит у меня. Может, пересниму. Так, теперь можно по-другому передавать ключи. Сейчас я вам покажу здесь путь, конечно. Я постараюсь, конечно, аккуратно. Я конечно аккуратно водить. Так, проверю, просто заберу. Слушай, можно прокатиться, братан? Немножко. Я аккуратный водитель. Да, что он видит, посмотрим. Можно уже. Мам, зумы, какая красота. Ладно. Понятно, он молчит. Будем искать другого водителя тогда, ребята. Ну ладно. Сейчас будем искать какого-нибудь пацика на какую-нибудь другую машину. Ну, как найду, ребята, я вернусь. Пока что-то никого говорят, а сейчас скоро приеду в новый город, я тебе кое-что покажу. Хочешь прокатиться? Да все. Прокатиться, дам ключи. Слышь, тут ключи интересно передавать можно. Не так, в Warpbox, хочешь попробовать? Садись. В мою машину садись. В РП-бокс. А, подожди. Садись. Садись, говорю, а машину не открыл. Смотрите, ребята. Смотри. Принял ключи. Смотрите, как классно. Я немножко решил это обзорчик сделать, как что изменилось, что лучше, РП-бокс или коробка. Маленький такой видосик сделаю. Блин, вообще классно, да? Сделали. Не то, что там, блин, в арпобоксе, там, это, нажать эту самую, тап нафиг, ой, shift нажать, ну, это, понял, да, о чем я говорю? Че, классно на машинке ездить? В принципе, оката недорого стоит, она в районе сотки стоит. Точнее, соточку с копейками. Что, на мопупик свой сядешь опять? Ну ладно, давай в детстве тогда. Ну давай, давай, пока тогда. Да не зачти. Вот. А, вот все, стала машина моя. Ну это что? Удачи тебе, братан. А интересно, на мопеде так же? Слышь? Давай. Тап нажимать, что ключи. Ух, ни хрена, слышь, круто. Ладно, давай, удачи тебе, братан. Так, это я показал. Так, ладно. Так, ладно, ребята, на этом закончу, потому что здесь будет, и мы, ребята, очень сильно голодаемся. Я решил вот такими короткометражными дублями снимать, чтобы было как бы поинтереснее. Через несколько минут вы увидите эту запись. Так что это у нас уже колок скоро наступит нам. Умрем скоро, посмотрим, что будет, мы не будем кушать. Так что вот он, ребята. Пример Fox и NextRP, ребята. Приступил тут как в реальности, то есть сел в машину, взял, передал ключи персонажу. Не надо там тап крутить и так далее, ребята. А, уж я не особо же буду. Стелла, блин, да, я вправлю боксовскую. Ладно, на этом мы тогда закончим первую часть нашего видео.
именно вот обзорчик на Next RP сделал я. Жалко, что дома кушать нельзя. Вот, кстати, эта идея, я думаю, разработчику подкину. Чтобы можно было дома хавать. Тоже. Чтобы, то есть можно было, я имею в виду, купить еду себе и прям бензина мало. И чтобы можно было еду купить рядом. Я просто такой спокойный ноги нашел, чтобы можно было. У меня слышно вроде было, и какая-то музыка на заднем фоне играет. Сейчас отправимся, давайте. 40 литров. Вот это в групповоксе, тут я могу если что-то не так, наверное, да? Нет. Ну, 40 литров это перебор, конечно. Вот еще литр лишний. Клапанами-то не особо сломано. Ребята, здесь даже ремонт дешевле. Смотри. Капиталка 200. А, ну ты у меня делал. А чё, капот у нас не закрываемся, что ли? Ладно, сейчас. Вот, я кушать не буду пока. Сейчас пока она в бетке, я буду нарушать немножко правила, чтобы как бы пофиг на них. И все равно ни полиция, ни администрация, ну может администрация, то есть полиция. Надеюсь, карту обновят. Так что это пауза. Ну а там первую часть, что это вторая часть, не смотрите. Здесь, блин. Премиум всякие херня нафиг. Меню, ребята, меню не очень-то удобное. Не очень удобно, скажу, меню, естественно. Да. Не очень удобное. Давай смотрим. Открыть капот. А, брат, когда убрано? Что-то, кстати, текстуры капота не открываются. А, брат, когда убрано? И текстуры багажа нет, багажника не открывается. Садимся. Все, я так уж мой, и машина сама поехала. Как она могла завестись, если я в нее просто тупо сел, ребята. Напишите в комментах. Теперь смотрим это. Номерных знаков на автобусах нету, они все красные. Номерных знаков на газельках нету. Давайте сделаем такой эксперимент. Мы только машину то ломать не надо, эксперимент. Там, кстати, зима в Warpbox пошла. Теперь смотрим, давай вот. Ну, давайте так. Не такой эксперимент сделать, прям. Тут далеко-то, правда, бежать, ну ничего, добежим. Да, спасибо подписчику, который мне подарил эту машину. Большое спасибо. Ладно, закрывать я ее не буду. Просто левый выключу. Фары даже не пробуешь. Так, погнали. Здесь эвакуатор есть. Тоже как бы, да, есть, ребята, но... Смотрите. Перелезла, да. А, во, кстати, тоже что-то путал. Да, сейчас, посмотрите, сейчас. Смотрим газельку. Вот, это уже гулит. Почему я хорошо я не ушел. Сейчас мы давайте с вами съездим. В, ну, тут присоединимся, если как бы, в, например, в то место, где у меня хата на новом, на Next RP куплена. Поехали, да. Мамбар. Ох, конечно, тоже пришла. У нас где-то квартира здесь. Вот, да. У нас квартира где-то вот тут куплена.
Тут не здесь, вон. О, хорошо, у меня кипнуло. Ну ладно. Так, давайте карту откроем. Сейчас карту откроем примерно. Вот я знаю. Выглядел усетирил это. Обзор NXRP я пока не вылетает. Это из-за сети. Да. Что, простите? О, я. А, где у меня этот телефон мобильный? Хорошо, недалеко отъехали. Что за сюда уже летает, как разогнули? Как-то она буганула, похоже, дело немножко. Сейчас перезайдем, подождите. Сейчас, блин, вот смотри, все-таки какие проблемы. Я не знаю, это и разработчики так друг у друга фармят, либо что, короче. Ну я, ребята, всем советую ждать NextRP, ребята, и переходить на NextRP. Все, ребята. Я и сам туда перейду, когда она выйдет в реализм. Четырку борода, наверное. Две газельку верну. Ну чё? Ну, подключить. Вот, значит, сейчас проблемы с подключением уже какие-то у нас. И... Так, я говорю, мы потом поговорим сейчас. Что за баги? Ребята, все случилось с игрой. Вот видите, мне кажется, опять начинает либо не цепляют разработчики, хрен его знает, это, короче, как вы думаете, сейчас комментов. А мы тогда на сделаю закончим, чтобы на серии не очень длинная была по сравнению. Все, что я пару боксов показал, вот и серия, ребята, я вам покажу, ребята, на следующей серии. Так что на этом будем заканчивать. Будет еще одна часть. Если эта часть наберет хотя бы 10 лайков, 5 зрителей и несколько хороших комментариев, не обзоры. Так что давайте, всем удачи, до новых встреч.